Всем привет, меня зовут Виктор, и в этом видео я хотел бы рассказать, почему было принято решение покинуть сервер Raiden. Хотя на этом сервере мы проиграли какое-то количество времени, проиграли до вайпа, успели там обзавестись базой, то есть в принципе сервер устраивал, все было вполне нормально, да, то есть ну, там были какие-то редкие краши, еще что-то, но на это мы внимания не обращали, сервер, то есть, нравился. И было принято решение после вайпа тоже на нем продолжить играть, и было принято решение также после вайпа построить базу на своем прежнем старом месте. Я, соответственно, сделал скринчик, скинул администратору и получил ответ, что, ну, точнее, мне не разрешили, не дали одобрения, так как дорога асфальтирована ближе, чем 300 метров. Я администратору написал, что дорога не ближе, чем 300 метров. Пересмотрите решение. Попросил пересмотреть решение. Мне человек скинул скрин, что вот, данная дорога, которая ближе 300 метров. Я все-таки, я еще предпринял попытку, то есть написать, что, по-моему, это, ну, написал ему, что это не асфальтированная дорога. Мне сказали, что как раз это именно она и есть. Теперь вот у меня вопрос, если это как раз именно она и есть, то есть это асфальтированная дорога, тогда какая вот эта дорога, которая проходит недалеко от уже построенной базой, разрешение на которое, на строительство которой выдал тот же самый человек, который запретил строиться мне. Почему в данном случае данная дорога не является асфальтированной и можно вдоль нее строиться? А в нашем случае эта дорога стала асфальтированной и строиться около нее нельзя. Это не единичный, кстати, пример, просто смысла нету здесь выкладывать все фотографии. Вот. На самом деле это очень легко вычисляется, так как перед тем, как строить базу, я смотрел канал Дискорда, где стоят базы, чтобы, в принципе, там близко она не стояла, чтобы там соответствие по правилам было. И в Дискорд-канале достаточно баз, которые стоят вот на момент регистрации, стояли с отклонением. Я написал по этому поводу администратору другому, попросил как бы рассудить данную ситуацию, то есть пояснить, что, как, почему, но ответа до сих пор я не получил. Поэтому, ребята, было принято решение покинуть данный проект, так как такое отношение нас не устраивает. В общем, на этом все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну и надеюсь, что вам никогда не придется столкнуться с подобной ситуацией. Пока-пока.